Сегодня в Риге не прекращались разговоры о новом обрушении балкона хрущевки. Накануне в одном из микрорайонов столицы с балкона второго этажа упал мужчина. Упал не из-за собственной невнимательности. Это у балкона обвалились перила. Балкон обвалился у здания на улице Гривас в Пардаугаве. С травмами позвоночника и головы мужчина доставлен в больницу. По словам соседей, балконы в этом доме в аварийном состоянии. Я на первом этаже живу. Меня нету, но дом, я здесь рядом живу, тоже смотрю, довольно-таки в аварийном состоянии они находятся. Ну а если вас бил балкон, только вы не вышли? Это я просто побоялась бы выйти, бы уже либо насмерть, либо инвалидом бы я осталась бы. Меры какие-то надо принимать. Слишком старые дома, я сама живу в таком же доме. Дом построен в 59-м году, вы сами понимаете, сколько лет, 55. Ну, конечно, это уже опасно. Все уже прогнило, все уже старое. Домом, в котором обрушился балкон, управляет кооператив жильцов. И так как перила балкона – это часть фасада здания, а не квартиры, то и решение об их ремонте должно принимать общее собрание жильцов дома.